В стране станет больше ремесленников. Сегодня президент Беларуси подписал указ, который расширил список видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Перечень пополнили все виды ручного творчества. Кроме того, документ облегчил жизнь уже действующим ремесленникам. Теперь они могут рекламировать свои изделия в интернете. А продавать не только на ярмарках и выставках, но и в своей мастерской, а также отправлять товары по почте или доставлять лично. Сегодня в стране работает более 23 тысяч мастеров. Благодаря нововведениям их число вырастет вдвое, уверены в Министерстве экономики. Это позволит нашим людям развивать свое творчество, в том числе и в контексте ближайших европейских игр. То есть нам нужна сувенирная продукция, которую, например, раньше могли завозить из других стран. А все это можно сделать из местных материалов, в местных условиях, на этом еще и заработать. Указ – один из многих документов, которые направлены на стимулирование деловой инициативы. И сегодня мастера платят только ремесленный сбор, одну базовую величину в год.